Надеюсь, вам недолго ее осталось ждать. Всего доброго!
теперь делать? Няня Кейт ушла. Просто сказала, что уходит, и ушла. Разве так поступают добропорядочные няни? А разве так поступают добропорядочные чистильщики обуви? Сегодня они снова почистили только один ботинок. Да и вид у меня слегка косоногий. Вот важность. Так ты не ответил. Что нам теперь делать с няней Кейт? Праздный вопрос. Ведь она ушла. Вот и хорошо, что ее уже нет. Она нам все равно не нравилась. Правда, Джейн? Правда, мамочка. Она такая зануда. Ей только... Дети, вы не вправе осуждать взрослых. Дорогая, займись воспитанием детей. Дорогой, я бы с удовольствием сделала это. Однако, я полагаю, что именно этим и занимаются няни. А у меня есть дела поважнее. У меня сегодня собрание женского комитета в Вишневой улице. И я уже опаздываю. Тогда нам нужно как можно скорее найти няню. Почему бы твоему бездельнику-братцу не заняться этим? Ты не смеешь называть его бездельником. Он сочиняет песни. И ему нужен покой и уединение. И лично я его понимаю. Да. Боже мой! Боже мой! Какой ужас! Все, я должен бежать. И что ты опять придумал? Ничего. Кроме того, что мне срочно нужно идти на работу и делать деньги. Папочка, ты обещал нам рассказать, из чего делают деньги? Ну, я никогда не отказывался от своих слов. Если обещал, значит, когда-нибудь расскажу. Дорогая, дети, кажется, восточный ветер поднимается. Да, так и есть. Надень, пожалуй, пальто. До вечера, дорогая. До вечера, дети. Всего хорошего, папочка. И чего сидим? Добили молоко и марш в детскую. Никаких «но». И когда легко и просто.
выхожу на перекресток. Сто автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает. Летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забудь никогда. Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Мэри. Я надеюсь, все уложено. Почти. Если, конечно, мне это подойдет. Мы вам подходим. Майкл, я принимаю ваше предложение. Бэнс. А теперь Майкл Бэнс и Джейн Бэнс. Вы мне покажете свою тетю. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнс. Она принесла это так, будто оказала мне великую милость. Так, почему бы и нет? новый, как стакан парного молока.
головы, как стакан парного молока. Это было нелегко. Он читал стихи корова, где давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэтов. Если им всего 6 лет, 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока.
с утра. Лето чудная пора, даже если дождь с утра, даже если дождь идет с утра. Время тучи — это полбеды, под окном гуляю я и ты. Лето чудная пора, даже если дождь с утра, даже если дождь идет с утра. Лето чудная пора, даже если дождь с утра, даже если дождь идет с утра. Дождь идет, но это не беда, и не важно, что кругом вода. Как приятно под дождем летом бегать босиком, летом бегать босиком. Как приятно под дождем летом бегать босиком, летом бегать босиком. Даже если дождь идет с утра, лето чудная пора. Даже если дождь с утра, даже если дождь идет с утра, лето чудная пора. Лето чудная пора. Лето чудная пора. Thank you.
как уже так быстро. Я надеюсь, что вы еще придете. Мэри Поппинс, как вам это удалось? Об этом, цыплятки, не стоит никому рассказывать. Пусть это будет с вами наш секрет. Ну а теперь приходите поскорее. Приходите поскорее. Кошки были словно мышки, да.
покинуть трюм в тот самый момент, когда вероятность прилета инопланетян так высока. Мэри Поппинс, мое почтение. Не задерживайтесь долго в парке. Здесь небезопасно. По местам! Нам пора. Не грусти. Завтра обязательно придем к тебе. И книжка самая интересная. Скажите, вы ведь никогда не уйдете? Правда? Нет, не правда. А сейчас домой. Интересно, а родители нам поверят, если вы все расскажете? Про что? Ну, про музыку, которую пел. Про школу танцев. О, восторженный город. Когда-то они все знали. Они знали, что можно разговаривать с остатками, понимать язык зверей и птиц. Только потому, что это сейчас. Но ведь вы тоже взрослая, ничего не забыли, все при все помните. Я не такая, как все. А сейчас домой. Хватит сердиться, дорогая. И вообще, бери пример с Мэри Поппинс. Вот кто спокоен, и не воспитан. Не будь она няней, я бы подумал, что она леди совершенства. И все-таки иногда хочется, чтобы она не была таким совершенством. При ней я себя чувствую маленькой и глупенькой, словно я опять становлюсь девочкой. А я не девочка, я мать двоих прекрасных детей, а она это забывает ничуть. Иногда полезно вспомнить, что все родом из детства. Добрый вечер, миссис Бэнкс. Добрый вечер, мистер Бэнкс. Добрый вечер, миссис Мэри Поппинс. Мамочка, папочка, это был сказочный день. Мы хотим столько всего рассказать. Ну хорошо, в качестве исключения. Но вы будете спать и видеть хорошие сны. Солнце не лежит на камнях.
родителей. Мистер Эй. Да, миссис Мэрифорд. Скользь. Пусть этот вечер запомнит навсегда. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука, биты зла, им нет числа. Олеся Владимировна.
и нашим замечательным зрителям, нашим родителям. Аплодисменты! До новых встреч в Центре развития творчества «Созвездие».